Вот даст, сколько здесь цветов? Ой, не та партия. Я веду себя так, как я считаю нужным. И давайте проведем досрочные выборы. Пожалуйста. Одних расстреляли, других на теплоход. И рады. Вы не способны проводить честные выборы. Объявите о самороспуске и уйдите прочь из всех парламентов. Нас здесь много разного мы, так сказать, взглядов, разной концепции. Чай, чай, тот был чай. Зюганов пил, замените. Я не знаю, это артист, это вот актер, да, он, ну, роли у него всегда вот скандальные, неповторим, неотразим. Это просто наш человек. А как иначе? Нельзя. А как иначе? Успокой. И смех, и позитивные эмоции. То есть вот он выражается, он не скупой на эмоции, не скупой на реплики. Он как бы наш вот просто, я не знаю, капитан наш, да, вот. И вы будете бояться сказать, что вы из этой партии. Я думаю, с ним потягаться на арене, ну, практически некому. То есть он вот, так сказать, лидер. А вот у моей бабушки было 3 унитаза. Золотой, серебряный и фаянсовый. Поэтому мы никогда, никто не признал никакого выбора. Вот его манера, его пантомима, да, как он двигается, как он двигает руками, как он показывает это все. Вот у него, кстати, можно брать курс актерского мастерства. Смех такой действительно безумный и вот, артистичный. А-та-та. Никому, ех, еху. Уважаемые избиратели, это действительно исторический день. Я 5 раз уже кандидат в президенты. Меня любит, уважает вся страна и боятся все окружающие. Все за меня, за Жириновского. Это природное, это талант его. Вся его карьера, это, конечно же, вот эта импульсивность, вот это шоу. Великое искусство и быть на сцене всегда. Всегда, где Владимир Вольфович, это всегда хит-парад, это шоу, это вот его выход, да, его выступление, это всегда праздник.